Доброго вам вечера, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Михаил Федоров, и сегодня я проведу для вас открытую встречу, которую вы очень долго ждали. И в рамках этого открытого эфира, посвященного силе вашего рода, я проведу для вас инициацию в тайный кармический метод, в родовую практику, которая называется «Божественные родители». Итак, всем доброго вечера. Начинаем наш эфир. Любовь, доброго времени суток. Михаил, добрый вечер. Ирина, всем добрый вечер. Валентина, добрый вечер всем. Ольга, здравствуйте. Владимир, всем здравия. Друзья мои хорошие, я рад приветствовать. Я вижу, здесь есть знакомые лица. Если среди вас присутствуют на сегодняшнем вебинаре вновь пришедшие люди, то есть новички, те, кто со мной совершенно не знаком, поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, и я обращу на вас внимание. Татьяна, добрый вечер, Михаил, ИА, Лилия, добрый вечер, Ирина, добрый вечер, с любовью, Татьяна Куксо, здравствуйте, Михаил, все участники вебинара, Людмила, добрый вечер, Татьяна, всем здравствуйте, Евгения, добрый вечер, Любовь Жданова, у Светланы что-то не запускается. Внимание на экран, здесь собрана краткая сводка обо мне. Тамара, добрый вечер. Меня зовут Михаил Федоров, я являюсь тренером на международной платформе сайта развития человека Альфа Омега Плюс с 2020 года. Моя основная деятельность связана со следующими сферами. Я являюсь психологом, психотерапевтом, гипнотерапевтом, сертифицированным ОШО-терапевтом, мастером-целителем Рейки, нумерологом, диетологом, нутрициологом, трансформационным коучем, а также писателем и композитором. Наталья, здравствуйте. Тамара, добрый вечер. Очень рад, что вы все сегодня собрались. Вы получите сегодня потрясающий метод. На чем основаны мои изобретения, мои духовные разработки и те эзотерические технологии, которые я использую в том труде, который посвящен вашему оздоровлению, вашему обогащению и привнесению в вашу жизнь счастья. В своем мироощущении и внутренние мысли я опираюсь на философскую школу Демокрита, который считал, что душа – это материальное существо, состоящее из атомов огня. После этого философа, который дал, в общем-то, в свое время начало такому глобальному течению, как психология, после него были уже более такие побочные и вторичные мыслители, хотя они достаточно были тоже распиарены, такие как Аристотель, Рене Декарт, Вильгельм Вундт, Джон Уотсон. Но я считаю, что эти люди, хотя и дали развитие психологии, они немножечко ушли от эзотерики, которую давал Демокрит. Да, они стали говорить о том, что душа – это сознание, что необходимо изучать поведение человека. Со временем все это превратилось уже в науку, а наука загнала людей в лаборатории, в которых над людьми стали издеваться, проводить опыты, эксперименты различные наподобие лоботомии или такие эксперименты, когда людей заставляли кушать ЛСД, и потом вот эти гениальные сумасшедшие спятившие врачи стали всемирно известными за счет тех дневников наркотических трипов, которые они описывали в своей деятельности. Тамара, всем волшебного вечера с мастером. Виталий, Андрей, всем доброго, светлого времени. Екатерина, добрый вечер всем. Татьяна Афанасьева, здравствуйте. Здравствуйте, присоединяйтесь. Итак, друзья мои хорошие, я хочу вам рассказать о своем новом методе, который называется «Исцеление рода». Это новая энергетическая добавка, которая издается под грифом «Исцеление рода 3. Тотальное исцеление». Для тех, кто мало знаком с моими энергетическими добавками, я расскажу, в чем заключается их принцип. Энергетическая добавка – это мое личное ноу-хау,
Оно основано на воздействии на пациента с помощью звука. Я использую специальные звуковые технологии и с помощью телепатической передачи целительной энергии путем мультимедиа-продукта, который так и называется, энергетическая добавка. Что происходит с вами во время приема энергетической добавки? Я вас раздражаю. Вот знаете, как инфузорию туфельку, ее раздражают, она начинает шевелиться. То же самое делаю я, как кармический целитель, потому что моя задача заставить вас действовать в угоду Бога, в угоду Богу. Когда вы действуете в угоду Богу, в таком случае вы приносите благо не только внешнему миру, но самое главное, что себе, друзья. Вы приносите благо себе, ибо в основе каждого человека лежит субъект. Субъект – это высокоорганизованная компонента, которая управляет микромиром для начала своим внутренним миром и как высшая форма реализации начинает управлять и внешним миром. Но только в том случае, если вы воспринимаете себя не как объект, то есть вы не наблюдаете себя, а вы понимаете, что вы самоосознающая точка, которая обладает волеизъявлением. И в этом случае вы можете действовать и реально менять свой мир. Когда во время энергетической добавки вы получаете вот такую фазу раздражения, то в этот момент вы начинаете чувствовать, хорошие мои друзья, вы начинаете чувствовать потоки энергии, начинаете чувствовать свое тело, с вами что-то происходит, какие-то мысли запускаются. Это я называю определенным таким трансформационным внутренним процессом. Да, я это так называю. Я приверженец все-таки таких ветхих традиций, нежели новоделов. И я согласен с Гиппократом, который еще 3000 лет назад говорил о том, что лечит человека на самом деле не лекарство, лечит человека природа, а целитель или доктор, он помогает этому процессу. Так и моя задача как целителя во время передачи вам вот таких энергетических методов создать максимально удобные условия для того, чтобы вы начали чувствовать то благо, которая внутри вас начинает субъективно раскрываться, и дальше вы глобально начинаете влиять органично и позитивно на внешний мир. Как вы начинаете влиять? Ну, во-первых, под влиянием каждой энергетической добавки начинает меняться ваше поведение. Вы, наверное, это заметили. Друзья, те, кто принимает мои энергетические добавки, поставьте девяточки, если ваше поведение поменялось в лучшую сторону. Давайте посмотрим. Есть ли такие результаты? Нина, всем доброго и позитивного дня. Сергей Шанкин, привет. Любовь, добрый вечер. Надежда Лицева, всем добрый вечер. Надежда, добрый вечер. Вот, девяточки пошли. Видите, ну, друзья, этот метод, он действительно влияет очень глубоко. И уже потом, за счет новых осознанных действий, начинает и ваше сознание меняться. Мы живем в мире форм, поэтому нам проще меняться от внешнего к внутреннему. Хотя есть люди, которые изучают мышление, но они приходят в тупик, ибо человек – это существо не размышляющее, а существо действующее. Это я вам авторитетно заявляю, как кармический целитель с большим опытом. Вот, смотрите, сколько девяточек, сколько людей осознают, насколько глобально меняется их поведение под влиянием моих энергетических добавок. Итак, хорошие мои, теперь я расскажу о том, что же вас примечательного, хорошего и полезного ожидает в этой новой энергетической добавке исцеления рода 3, тотальное исцеление. Для тех, кто принимал ранее энергетическую добавку исцеления рода, а также энергетическую добавку исцеления рода 2, я спешу сообщить о том, что данная энергетическая добавка является абсолютно новой. Здесь я создал абсолютно новые алгоритмы, более высокоэффективные и быстро действующие. Что же с вами будет делать данная энергетическая добавка? Она будет вас, во-первых, заземлять. Она укрепит ваш центральный канал Сушумна, даст вам помощь высших сил, обеспечит энергетической поддержкой вас круглосуточно.
будет помогать в трудные моменты жизни, создаст антидот к вредоносному воздействию средств массовой информации и социума, приведет в гармонию, внимание, взаимоотношения с вашими предками, а также с потомками вашего рода. Даст данная энергетическая добавка вам центрированность в настоящем моменте жизни и счастье, конечно же, в будущем. Данная энергетическая добавка наполнит вас духовной силой, сделает вас радостным, ваш жизненный путь, улучшит ваши отношения со всеми родственниками, со всеми, с близкими, с дальними, со всеми вы наконец-таки начнете дружить. Данная энергетическая добавка в автоматическом режиме запрограммирована на то, чтобы исцелять ошибки и негативные программы вашего рода, хорошие мои друзья. Эта же энергетическая добавка обеспечит каждому практикующему чистые проводы души во время завершения вашей жизни в физическом теле. Я вам об этом говорил еще на прошлом вебинаре. Также в этой энергетической добавке я расскажу, как вы сможете отпустить своих неприкаянных родственников, тех, кто закончил плохо, без вести пропал или закончил жизнь самоубийством, или в психической, например, больнице, или был изнасилован, или был погребен в какой-то религиозной традиции, что для рода является не очень хорошим. Это значит, что энергия была передана после смерти, опыт души был не возвращен к роду для его укрепления, а был просто вот так вот, знаете, бесплатно практически выкинут в какую-то религию, чтобы эта религия процветала, а род, чтобы так и был нищим. Вот это все мы с вами обратно вернем, и вы будете здравствовать и процветать. Вы подключитесь благодаря этой энергетической добавке к информационному древу своего рода, друзья мои хорошие. Через сны, через символы, через прямое общение с родственниками вы будете получать ценную информацию для своей личной эволюции, хорошие мои друзья. Желающие, это больше относится к молодому поколению или к поколению среднего возраста, всем желающим будет через данную энергетическую добавку оказана помощь в зачатии, в вынашивании и в рождении детей. То есть для вас это будет очень важно принимать такую энергетическую добавку. Также вы избавитесь, конечно же, от черномагических воздействий, от порч, от проклятий, не только связанных с вашим родом, но и тех, которые наведены на вас персонально. Друзья, данная энергетическая добавка даст вам покровительство светлых богов на все будущие воплощения. Она потрясающая, она очень сильная. Такой духовный инструмент я даю впервые для человечества. Взаимодействие с данной энергетической добавкой вызовет радикальные изменения не только в вашем личном мировоззрении, но и во внешних событиях. Возможно, у вас будут яркие эмоциональные переживания, энергетические, это нормально. Самое главное, что у вас наконец-то раскроется полностью ваша сердечная чакра и пробудится ваше сознание как просветленного духовного существа. Друзья, очень рекомендую вам использовать данную энергетическую добавку, ибо это лучшее, что есть сейчас в мировом эзотерическом магическом предложении для гармонизации и исцеления вашего рода. Друзья, это лучшее. Если вы лучшие люди и хотите идти путем лучших, выбирайте лучшее у лучших, и жизнь ваша будет еще лучше. Людмила, приветствую всех. Альфия, добрый вечер. Ольга, всем добрый вечер. Ирина, Ульяна. Валентина, добрый вечер всем. Ирина Анатольевна Яковлева, всем добрый вечер. Друзья мои хорошие, посмотрите, пожалуйста, на отзывы, которые вы можете прочитать прямо здесь на экране. Недавно я принял в прибежище одного человека. Он переехал из одной страны СНГ в европейскую страну. И поскольку все такие вот переезды, связанные с нестабильной политической жизнью нашей планеты Земля, они всегда связаны со стрессом, они влияют на наших родственников,
Он пошел на обследование в больницу местную, сдал кровь и затем пришел за результатами анализов. Ему 63 года, зовут Сергей, фамилию не буду называть, так как это конфиденциальная информация. И ему сказали, что у него настолько хорошая кровь, не по годам хорошая, ему никаких, сказали, лекарств не нужно. Представляете, врачи официальной медицины сказали, что вот сейчас вообще вам ничего не нужно. Но я могу сказать, что этот Сергей, он ритмично принимает практически все мои энергетические добавки, особенно оздоровительные. Естественно, то, что связано с сосудами, с кровью, с сердцем, тоже все это он принимает. Вот по тем схемам, которые я рекомендую на передаче энергетических добавок. И вот таким образом биологически он достаточно здоров. Итак, друзья, сегодня, как я и обещал, я вам передам тайный духовный метод прощения и исцеления ваших родителей. Поставьте, пожалуйста, плюсики те, кто хочет получить этот метод сегодня от меня в прямом эфире, передачу от мастера к ученику. Традиция парампара подразумевает тот процесс, когда учитель передает своим подопечным тайные эзотерические методы. И сегодня мы этим займемся. Вижу плюсики, замечательно. Итак, друзья мои, сейчас я вам опишу этот метод. Сегодня я его проиницирую для вас, и дальше вы сможете им заниматься самостоятельно. Я бы рекомендовал проходить этот месяц обычным людям не меньше 21 дня, а лучше месяц, то есть 30 дней подряд. Что значит обычные люди? Ну, это такие люди, кто сегодня, допустим, пришел на это занятие, завтра ушел, послезавтра куда-то еще к другому тренеру побежал, еще через третий день еще в какую-то попытался эзотерическую школу залезть. Ну и вот так вот всю жизнь, как, знаете, как бабочка порхает, порхает по верхушечкам. Вот это я называю обычными среднестатистическими людьми. А те же люди, кто хочет более углубленно использовать данные методы, я имею в виду тех, кто уже записался на энергетическую добавку исцеления рода 3, тотальное исцеление, а также тех, кто уже записывается или прямо сейчас оплачивает взнос на участие в энергетической добавке исцеления рода 3, тотальное исцеление, вам достаточно выполнить этот метод недельку. 7 дней выполните, и этого будет достаточно. В энергетической добавке я все вам запущу, и это все быстро усилится, и можно будет этим не заниматься. Инна, здравствуйте. Нет подключения к вебинару сегодня почему-то. Ну, придется в записи, значит, смотреть. Вам Кира ответит. Так, хорошие мои друзья, сейчас выполняйте те инструкции, которые я вам буду давать. Сейчас мы вместе выполним эту медитацию. Дальше вы будете выполнять ее самостоятельно. Но первый раз нужно выполнить ее с мастером. Все достаточно несложно. Просто слушайте то, что я вам говорю. Настраивайтесь на эту энергию, представляете, и дальше все будет хорошо. Данный метод призван к тому, чтобы вы в глубине своей души простили своих родителей. Неважно, сознательно или несознательно, если у вас была такая обида, это важно сделать. Так как пока у вас есть обида, пока есть клык или зуб или коготь, который вы внутренне точите, в этот момент я рассказывал членам телеграм-чата, чем это грозит. Поэтому сейчас я повторяться не буду. И не слушайте тех эзотериков, которые говорят, не нужно никого прощать, нужно только жить в угоду себе. Я считаю, что это очень низкосортная магия, когда люди, даже взрослые, так учат своих учеников. Нужно, ребята, всех простить. Простить это не значит, что ходите всем говорить, я тебя прощаю. Простить это значит внутри себя отпустить то зло, которое вы связываете с кем-то из людей. Вот что такое истинное прощение. Оно ничего общего не имеет с таким экзо-проявлением себя. Это скорее эзо-проявление себя, то есть внутреннее и тайное. То, что я называю эзотерикой или метафизикой.
Людмила, а если не за что прощать, у меня были замечательные родители. Я только что вам об этом сказал. Можете не выполнять этот метод, можете выполнять. Смотрите, в чем дело. Дело в том, что ваши родители физически это всего лишь маленький кусочек вашей жизни. На самом деле ваши родители божественные. Вот это важно принять. И если в жизни у вас хотя бы на кого-нибудь из людей или на что-нибудь возникала злоба или обида, значит, она возникала. У меня родители тоже прекрасные. У всех прекрасные родители, даже у тех, кто этого не осознает и кто хает там или ругает как-то своих родителей, напрасно они это делают, не нужно так делать. С сегодняшнего дня прекращайте, пожалуйста, это. Весь наш мир – это наш родитель. Смотрите, в чем тут фокус данной магической практики. У нас существует два принципа. Это принцип Ян и принцип Инь. Принцип Ян – это принцип активного залога, это принцип того, что я в начале сегодняшней встречи назвал субъектом. Принцип Инь – это принцип объекта. То есть это то, что более пассивно, это то, что наблюдает с нами. Итак, в нашей жизни, как правило, разбалансировка происходит в тот момент, когда мы теряем бразды управления над этим миром и начинаем считать себя в какой-то момент объектом, а этот мир считаем субъектом, который, как некая божественная воля, воздействует на нас, он является главенствующим, и мы с этим либо согласны, либо не согласны, либо радуемся, либо это отрицаем. Вот так работают два этих принципа. То есть глобально то, что вшито в сегодняшней энергетической практике, глобально в сегодняшней энергетической практике вы исцеляете свои аспекты Ян и Ин. Но наши родители на земном плане для нас, как для живых существ, животных, человеческих, они являются вот такими вот образами или архетипами этих энергий. Сначала первое, что мы воспринимаем в аспекте Ян, это наш отец. И второе, или наоборот, первое, а второе это первое, это мать, которая олицетворяет аспект инь. Понятно? Когда мы видим маму, когда мы маленькие, мы маму воспринимаем как объект, а сами являемся субъектом. И из этого объекта мы высасываем молоко. Мы берем, берем, высасываем молоко, берем, высасываем молоко. Ну, я имею в виду модель, да, семейных взаимоотношений. А отец – это тот, кто является добытчиком, тот, кто может поставить точку, тот, кто может как-то все организовать. Он таким является уже более субъектным объектом по отношению к нашему внутреннему субъекту, когда мы еще являемся маленькими. И в этот момент мы еще находимся и в такой в объективной реальности. Вот такая вот несложная модель, которую я понимаю, что вы очень четко и ясно сейчас осознаете. И сейчас вот это все мы с вами исцелим для того, чтобы вы находились в правильном балансе вот этих энергий инь и ян. Когда вы понимаете, что в жизни сами вы можете менять многое, и вы это делаете, и вы это стараетесь, но в то же самое время существует некое инертное пространство, в котором мы существуем, с которым мы взаимодействуем. Вы знаете, есть такой параметр, как темные уголки сознания, и эта темная материя находится на самом деле в нашем головном мозге. Это та материя, которая не задействована активной частью нашего мозга и нервной системой. И вот это, по сути, для нас объективная реальность. Она является непознанной до того момента, пока мы ее не осознали. Но чтобы ее осознать, давайте опять вспомним, о чем я говорил. Вам необходимо принимать энергетическую добавку, которая будет менять ваше поведение. И за счет своего поведения вы начинаете расширять синаптические вот эти связи. То есть темное пространство начинает становиться светлым. Это все равно, что вы, допустим, вылупились из яйца. Раньше для вас было
таким жилищем вот это яйцо куриное, допустим, или страусиное, или еще какое-то. И когда вы вылупились на свет, весь этот мир для вас немножечко может казаться для начала враждебным. Но потом постепенно вы начинаете его исследовать. Сначала пешком, потом на каких-то видах транспорта. Например, часть этого мира вы исследуете на яхте, часть мира, например, на автомобиле, другую часть на самолете, третью или четвертую часть на космолете, пятую часть мира, например, в астральных снах или в осознанных сновидениях. И таким образом все меньше и меньше в вашей жизни остается вот этой темной, непознанной материи, и все больше и больше расширяется ваше сознание, и оно становится по-настоящему космическим. Вот то, к чему я вас веду. Когда вы приходите к такому осознанию, тогда вы по праву начинаетесь считаться владыками света или вознесенными мастерами. Но пока нам до этого еще далеко. Давайте двигаться ступенька за ступенькой. И первое, что вы должны сейчас сделать, это выполнить вот эту практику со мной. Если кто-то боится выполнять этот метод, если кто-то стесняется, если кто-то считает, что данный метод запустит необратимые последствия в вашей жизни, вы правы, и вы можете воздержаться от участия в данном эзотерическом действии. Если же вы являетесь человеком, который хочет познать новое, хочет познать непознанное и даже непознаваемое, то тогда я вас приглашаю в это путешествие прямо сейчас. Слушайте внимательно то, что я говорю, выполняйте все пункт за пунктом, и ваша жизнь станет новой, она станет блестящей, она станет светящейся, искристой не когда-нибудь, а уже сегодня, хорошие мои друзья. Начинаем. Сейчас я закрою пространство, чтобы вы не отвлекались и вас никто не мог отвлечь. Друзья, во время этой энергетической практики ваши глаза могут быть открыты, могут быть закрыты. Здесь от вас будут требоваться определенные усилия. Итак, сейчас представьте у себя за правым плечом, немножечко сзади, чуть-чуть сзади, яркий-яркий солнечный свет. И постарайтесь его удерживать. Удерживайте этот свет. Это ваш родительский свет Творца. Постарайтесь его сейчас очень-очень долго удерживать. Держите сколько можете. Я в это время буду вам помогать энергетически. Работаем, друзья. Еще немножечко подержите этот свет. Яркий-яркий солнечный свет. Прямо визуализируйте, представляйте его. Можете, не можете, неважно. Просто делайте это.
Отлично, достаточно. Сейчас расслабьтесь. Отпустите напряжение с ваших плеч. Сделайте медленный, глубокий вдох. Теперь задержите дыхание. Затем сделайте медленный выдох полный. И вернитесь к своему нормальному дыханию, к своему нормальному рабочему состоянию. Продолжаем. Теперь представьте за вашим левым плечом, немножечко сзади, яркий-яркий лунный свет, очень яркий лунный свет. Представляйте его, визуализируйте, старайтесь, выполняйте добросовестно этот метод. А я вам буду энергетически помогать в это время. Действуем. Еще усиливаем светимость. Яркая лунная светимость за левым плечом, немножечко сзади. Молодцы, еще немного. Старайтесь. Это важно. Сейчас вы выполняете духовную практику, которая уже в эти секунды начинает менять вашу реальность и ваше будущее. Еще немного. Замечательно. Отпустите напряжение в ваших плечах. Сделайте медленный, глубокий вдох. Теперь задержите дыхание. Не выдыхайте. Насладитесь воздухом, который полностью заполнил ваши легкие. Выдыхайте спокойно, медленно, полностью. Выдохнули. Теперь возвращайтесь к нормальному дыханию. Просканируйте свое тело. Пронаблюдайте за тем, чтобы в нем не было зажимов энергетических. Если какая-то из частей тела у вас заблокировано или некомфортно себя чувствует, отпустите это напряжение, не держитесь за него. И в завершении практики давайте сложим ладони в молитвенном жесте намасте. Почувствуйте, как сейчас гармонизируются ваши аспекты инь и аспекты ян, они приходят в равновесие. Вы начинаете чувствовать себя прекрасно в настоящем моменте. И с открытым сердцем готовы идти в счастливое будущее. Все, друзья, на этом практика завершена. Возвращаемся.
Людмила почему-то полегчала за левым плечом, оно стало мягким. Замечательно, друзья, это очень терапевтическая, очень полезная лечебная практика. Она работает и с вашей кармой, и с вашей личной энергетикой. Итак, хорошие мои, теперь главное и основное, что вам необходимо сегодня совершить, если вы еще не включились в энергетическую добавку исцеления рода 3, тотальное исцеление, то срочно сделайте это сейчас. Тем более, что вас ждет дополнительный подарок от меня. Всех тех, кто запишется сейчас на энергетическую добавку исцеления рода 3, тотальное исцеление. Сердечно благодарю. За спиной стало теплее. Отлично, вы улучшили свое прошлое. Любовь прошла боль в левом плече. Спасибо, волшебник Михаил. Зевала, благодарю, благодарю. Мне кажется, стало на сердце легко. Конечно. Почему я очень плакала во время? Вы отпускали боли, отпускали обиды. Теперь вы чисты. Спасибо за сеанс. Любовью, благодарю. Михаил, благодарю и принимаю. Ольга Расулова, дайте, пожалуйста, ссылку на сегодняшний сеанс. Итак, хорошие мои, у вас будет в личных кабинетах сегодняшний эфир и сегодняшний сеанс у всех тех, кто приобрел, приобретает или приобретет энергетическую добавку исцеления рода 3, тотальное исцеление. Еще одна хорошая новость, друзья. Я подготовил для вас подарок. Это сеанс избавления от любой боли. Высокоэффективный сеанс. Ирина, очень жарко, благодарю, Михаил. Александр Грибов, огромная благодарность мастеру. Тамара, благодарю, Михаил. В легких боль, но потом ушла. Надежда Комарова, когда началась практика, стала сильно зевать и все еще продолжается. Любовь, благодарю, Михаил, благодарю с любовью вас. Елена, благодарю. Был холодок за плечами и до сих пор в плечах напряжение. Отпустите, лягте, отпустите. Вам нужно дальше выполнять этот метод. Приходите на энергетическую добавку, там вам ничего не нужно будет делать. Все за вас делают высшие энергии Святого Духа. Исцеление будет происходить автоматически. Татьяна Куксо, принимаю, благодарю. Владимир, благодарим вам. Александра, благодарю. Наталья, принимаю, благодарю. Виктор, спасибо за сеанс. Всех вам благ. Все те, кто оплатит сегодня энергетическую добавку исцеления рода 3 до 23 часов 59 минут по московскому времени, вы получаете в подарок сеанс избавления от боли. От любой боли. Елена, благодарю. От душевной, от физической, от любой. Валентина, не получилось представить яркие луны и солнца, какие-то тучи над ними были. Друзья, если вам сложно выполнять этот метод, вам его нужно выполнять. Если не хотите выполнять этот метод, приходите на энергетическую добавку, там все будет сделано за вас. Надежда, благодарю, мороз по коже прошел. Наталья, благодарю вас. Валентина, спасибо, Михаил, стало легко, спокойно. Друзья, какие у вас остались вопросы по данной энергетической добавке, которая называется «Исцеление рода 3», тотальное исцеление, стоимость которой составляет всего лишь 7200 рублей? Если у вас есть вопросы по тому методу энергетическому, который я вам подарил сегодня, вы можете также задать эти вопросы прямо сейчас. Несколько минут, я еще готов побыть с вами. Анна, где можно увидеть все курсы Михаила? Все курсы Михаила можно увидеть по той ссылке, которую вам сейчас даст Ксения, наш модератор. Ксения, будьте любезны, дайте, пожалуйста, такую ссылку. Светлана Василюк-Хокинс. А кто уже оплатил подарок, этот будет. Вы, значит, получили другой подарок. Каждый раз я даю разные подарки. Если вы хотите отдельно для себя получить сеанс избавления от боли, узнайте, как его получить. Ксения дала ссылку на каталог всех курсов Михаила Федорова. В этом же каталоге вы увидите реестр моих индивидуальных занятий с вами, если вы хотите адресного, персонального воздействия лично на вас от меня в прямом режиме. Такая возможность есть. Александр Мохнаткин, благодарю за сеанс. Михаил, Ирина, жарко за спиной, легко, благодарю. Марта, спасибо, чуть опоздала, надо посмотреть завтра. Вопрос, зачем перенесли время повтора с 21 на 14:00, было удобнее вечером? Это вопрос к нашим маркетологам, задайте, пожалуйста, им. Галина, благодарю за сеанс. Во благо, Галина. Вот Ксения отвечает. Между прочим, завтра в 21:00 будет повтор. Людмила, благодарю. Во благо.
Галина, благодарю, Михаил. Друзья, я очень рад, что вам понравился наш сегодняшний вебинар. Это тайная эзотерическая практика. Приходите на энергетическую добавку, вы будете очень довольны, крайне. Я вам это гарантирую. Елена, благодарю. Татьяна, благодарю. Нина. Ольга Василенко, ну как же оплатить? Напишите Ксении, она вам поможет. Есть варианты. Надежда Комарова, благодарю. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. С вами был маг и духовный целитель Михаил Федоров. До свидания.